что дождь перед дорогой – это очень хорошая примета. И очень давно не ел KFC. Нужно было что-то сожрать. Вот по пути был только KFC. Кстати, в Красноярске я слышал, что KFC называют KFIS. Короче, приехал в Шереметьево специально. Смотрите, какую крутую маску себе купил. И понял, что что-то все клали хер на эти маски. И все люди без масок ходят. А когда так быстро-то пандемия закончилась, я не понимаю. Почему-то никто вообще не предохраняется. Видите? А, нет, вон. Идет в маске. Но маска спущена. Страшно. Я более чем уверен, что будет вторая волна. Пацаны, но это специально для вас. Здесь мы еще не тусили. Как только откроется, первым делом сюда. Называю это позу Спайдермена. Короче, я решил снять свою модную маску с респиратором, потому что в ней лететь, мне кажется, некомфортно 4 часа. В этой хоть более-менее лучше дышится, но нас обязали всех сидеть в перчатках и в масках. Конечно, беспредел, двигаюсь без перчаток, но маска на мне. А меня, знаете, что напрягает, что слишком много людей не понимают степень серьезности, наверное, всей проблемы. Потому что все сняли маски, все двигаются без масок. Пандемия-то еще не кончилась, друзья. Будьте осторожны, пожалуйста. И, друзья, хотел сказать, директ просто разрывается. Я удивлен, что очень много хороших слов пишут. На удивление. Спасибо, спасибо, родные. Все читаю, не всем, к сожалению, пока могу ответить, но обязательно это сделаю. Просто новосибирская золотая молодежь, блядь, отдыхает, покажи, кайфует. Покажи, брат. Прекрасные места нашего города. Просто новосибирское тусовочное место. Так, ребята тоже не слышали про карантин, самоизоляцию, блядь. Деревня, деревня. А твоя маска вообще где, деревня, блядь? Моя маска в кармане, в заднем. Покажи. Покажи свой задний карман. Много новосиба вам. Родная деревенька. Братан, только включай охуенный трек, чтобы, блядь, получилось крутое видео. Как будто, как будто у нас крутой город. Давай, сделаем. Ой, широкая, как не знаю что. Как моя душа, как да. Душа сибиряка просто. Как душа сибиряка. Вон метромост, самый длинный в мире метромост, друзья. Вот там... Что за трек? Хорошая песня, оставляем. Ах! Сибирь, сибирюшка! Россия, родина моя! Россия! Моя Россия! Вот здесь пляж городской. Мы раньше кайфовали тут, пацанами. Без девчонок, да. Странная компания у нас была. Здесь камера была все время на скорой. 70 можно было ехать. Вообще мне напоминает. Брат, стекло еще очень чистое. Наша деревня. Знаменитый новосибирский самый оперный большой театр. В России. Да. На минуточку. Он что-то без подсветки сегодня. Или это такая... А, это такая подсветка? Будет позже. Вон, нифига. Как раз одень-то какая. Подсветка, пушка. Центр Новосиба. Чекушило. Ну и, конечно, как без легавых. Что за тачки заехали, да? Какие-то эти.